Всем привет, дорогие друзья, всем привет, мои хорошие. А пойдемте прогуляемся со мной на море. Хочется так вот, выходной день, ну, сейчас уже прохладно, купаться, наверное, я не буду, но просто вот отдохнуть. Такой мини-пикничок я решил устроить. Схожу на море, посижу, послушаю шум волн. Солнышко светит, погода прекрасная, конец октября, прямо божественно. Стоит отдохнуть. Опять в режиме дорожной болтовни. У нас перекресток Гастелло Ленина. Такой, не слабое такое движение. Кстати, здесь вот это место, по-моему, хорошо. Ну, этот вантовый мост виден. Вантовый, по-моему, или арочный, короче. Вы поняли. Здесь, по-моему, эти развязка кольцевая. Фу, развязка, где кольца нарисованы, эти Африка, Европа, Азия. Вот, мне кажется, оно неподалеку. Сейчас посмотрю по сторонам. А, нет, не здесь. Ошибся я, обшибся, не здесь у нас эта развязка. Да, далековато до нее еще идти, я думал, в той стороне. Ну ладно. Ой, вообще кайф. Ну, люди-то уже как кутаются. Я тоже потихоньку начал одеваться потеплее. Не хочется, конечно. Вот сейчас я иду в джинсовке, и прям жарко мне. Даже лоб потеет. Кайф. Я заметил, столько «Жигулей» много в Сочи ездит. Либо иномарки какие-то блатные, либо что-то это. Либо «Жигули». Вообще обычные семерки, шестерки, там, пятерки. Ну и универсалы такие же. Ну, на самом деле, здесь зимы нету. Задний привод проблем не создает. Но в основном как раз в основной части России, где есть снег, покупают заднеприводные автомобили для дрифта, те, кому нужен задний привод, те, кому он интересен и полезен. Вот. А здесь что, на летней резине постоянно ездит. Красота. Если дешевле, самый дешевый автомобиль, по сути, это «Жигули». Классика. То, конечно же, их и покупают, кому просто надо ездить. Знаете, я подумывал тоже грешным делом купить «Жигули», но что-то, поработав, поездив на карбюраторной «Ниве», я бы сейчас купил, если бы вообще покупал бы «Жигули», ну, семерку, да, получается, только инжекторную. Инжекторную, мне уже что-то карбюратор не хочется совсем. Но, опять же, у карбюратора свои плюсы, свои минусы. У инжектора тоже минусы есть, эти датчики все. Датчик холостого хода, датчик коленвала, датчик массового расхода воздуха. Они тоже могут выходить из строя. Они, правда, недорого стоят, кроме последнего. Вот, но без этих датчиков инжекторный двигатель будет не заведется, либо будет плохо работать. Вот, добрались на море. Красота. Сегодня на море штормит, волны. Ну, как сказать, волны. До меня не доплескивают волны, значит, не сильно штормит. Когда жуткий шторм зимний бывает, он прямо вот до этих отбойников бьют. А здесь нормально. Люди присутствуют, как вы можете заметить. Люди отдыхают. Парочки сидят на камнях. Конечно, никто уже не купается. Так чисто все дышат свежим морским воздухом. Вот там загорающие, вы можете заметить, загорающих. Люди возле бетонного отбойника сидят. Там солнечно, нормально, хорошо. Кайфово им. Мне кажется, есть этот запах моря. Сейчас вот я вдохнул. Да, похоже, присутствует. Но я не уверен. Ну, пахнет чем-то особенным. Так на улицах города не пахнет. Может, гаечником, который под ногами. Может, еще чем. Благодать. Наконец-то все видео, которые планировал, отсняты, можно просто отдохнуть.
солнце клонится к закату. Люди на море отдыхают. Кто-то перед поездом, кто-то просто пришел так. Многие, кстати, занимаются мочением ног. Я что-то вот уже в этот раз не хочу мочить ноги. Пока вода еще морская не холодная, но что-то вот желания уже не возникает. Народу много отдыхает. Сейчас закат на море. Становится уже даже свежее, чем когда я пришел. Солнышко опускается. Бурные волны. Смотрите, как над парочкой хорошо взлетают брызги. Очень хочу этот момент еще раз заснять. Село солнышко. Городская движуха. Народ бегает туда-сюда. Машины гудят, шумят. Автобики катаются. Успеть перед автобусом, а все нормально. Путепроводы такие мощные. Пошли. Быстрый переход, 12 секунд всего дает перейти.
даже в октябре много. Вот, торговля уличная. Фруктами торгуют. Это бутылочки продают. Прикольно. Вишняк пошел. Честно говоря, вот люди одетые хорошо. Прямо тепло. И мне сейчас в джинсовочке-то прохладненько становится. Только солнце село. Сразу не жарко у нас. Ох! Сейчас бы и курточка не помешала. Ну да ладно, пока идешь, не замерзнешь. Еще небо синее. Скоро станет черное, черное, непроглядное. Только одни звезды. Движняк.